Учеба учебой, но коллективный дух поддерживать надо. В Карагандинском университете прошел турнир по волейболу. Там побывала наша съемочная группа. Октября на базе КАРУ состоялся турнир по волейболу. Участие в нем приняли 14 команд, составленных из студентов и преподавателей вуза. Укрепить корпоративный дух и сотрудничество, больше доверять друг другу. Такую цель преследовали организаторы спортивного состязания. В целях развития и укрепления спортивного имиджа университета, а также пропаганды физической культуры и здорового образа жизни среди студентов и преподавателей, в нашем университете прошли соревнования по волейболу на довольно высоком уровне. В турнире помимо команд из университета приняли участие приглашенные гости. Ими стала команда ОТАУ ТВ. По словам директора Карагандинской областной дирекции телерадиовещания Армана Жумабаева, противостояние выдалось ожесточенным, но тем не менее это только подогревало дух соперничества. Во-первых, хотелось бы поблагодарить наших организаторов турнира, да, Карагандинского университета имени Евгения Арстановича Букетова. Мы участвуем на данном турнире в качестве гостей, да, поэтому за приглашение. Хотелось бы отдельное спасибо им сказать. Вот турнир проходит, да, действительно такой очень жаркий, да, сегодня такая сложная игра была. Сегодня играли мы с ректоратом данного вуза. Ну, что хотелось бы пожелать всем удачи, физкульт привет, да, чтобы все команды отыграли, то есть на должном уровне, ну и без травм, соответственно. Ну и пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех. Сегодня вот день радио 1 октября, да, поэтому всех причастных к данному празднику, да, хотелось бы поздравить с данным профессиональным праздником. Подобный турнир проходил в стенах университета впервые. Его посвятили 30-летию Дню независимости Казахстана. В дальнейшем КАРУ планирует проводить больше мероприятий по сплочению и укреплению отношений между педсоставом и обучающимися. Максим Трезуб, Оксана Митюхина, Николай Шевелев, 5 канал.